Администрация Самары в телеграм-канале «Вести с Дворянской» сообщает о том, что на средства профильного нацпроекта в 2024 году отремонтировали 9 дорожных объектов, ведущих к спортивным, спортивно-образовательным и спортивно-оздоровительным учреждениям. Так, в этом году по дорожному нацпроекту привели в нормативное состояние 9 дорог. На 4 из них находятся школы и другие учреждения, где реализуются спортивные программы, а также расположены стадион и спортивно-оздоровительный комплекс. Еще по 5 участкам с обновленным дорожным полотном можно добраться до спортклубов, спортивно-оздоровительного комплекса, спортивных лагерей. Где можно узнать о наличии вакцин от гриппа в прививочных пунктах? Информацию о поступлении вакцины в свою поликлинику можно уточнить на карте пунктов вакцинации, сообщает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. На ресурсе раз в день будет обновляться информация о количестве вакцин. Также подробную информацию можно уточнить по указанным на карте телефонам. Напомню, в регион поставлено почти 500 тысяч доз вакцин для профилактики гриппа. Это вакцины «Савигрипп», «Ультрикс Квадри» и «Флю-М». Они распределены по всем пунктам вакцинации региона. Администрация Самарского района напоминает о важности диспансеризации. Для трудящихся граждан предусмотрена работа поликлиник в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуги. Профилактической работе уделяется особое внимание в рамках реализации национальных проектов здравоохранения и демография.